Внимай, товарищ, уши открой, прослушай мой стих неброский о том, как в Америку был послан поэт В.В. Маяковский. Я и в Гарлеме буду в своей тарелке, высоко поднимаю голову, пусть они там в своей пуританской Америке на поэта посмотрят голова. Что понаставили Сузуки, Харлеи, буржуйские свои машины? А где здесь авто для простых людей? Где наши лады, калины? Вот надпись по-английски мигает что-то. Должно быть по-русски кафе у Ашота. Шары гоняешь, мужик потлатый, деньги тратишь на жвачку. А я живу на одну зарплату. Угадай, где я спрятал заначку? Что буржуи расселись скопом, чувствуете себя раскованно? Дал бы этой вертлявой по попе, все равно она застрахована. Ну что, девчонки, удивлены? Советский человек красив и со спины. Радует то, что в этой тусовке смешались и наши, и ваши. Джордж, ты ковбой, жаль, что я без винтовки. Здравствуйте, тетя Наташа. Ну а здесь что за сборище? Посмотрите, что вы тут телами мигаете. Взяли удочку, рыбу идите ловите. И продукты в стране добывайте. Туфли в сеточку, шорты и все такое. Кожаные брюки и ботики. Сейчас отсканирую тебя, хулиган. Найду, где ты прячешь наркотики. Что ты куришь, дружище, всякую дрянь. И потом от нее хихикаешь. Кто ты мне? Поближе стань. Может, так свою дурь ты выкинешь. Бородатый придумал смешной ответ. Микрофон подымил чуть-чуть. Перекрасился быстренько в красный цвет. И воткнул сигарету в грудь. Туша сигарету, а тело поэта, можешь реакцию вызвать не ту. В Советском Союзе своя проверка, реакция манту. Пойдем в бильярд, я не хочу. Пойди посмотри, что там на улице. А ты посмотри, что там на кухне. Почему не несут мою курицу? Вышел поэт, обутый и сытый, доказав, что поэта слово сильнее, чем сталь, но слабее улыбки товарища Маслякова.